Всем привет! Сегодня на обзоре у нас дальномер от компании Bosch ZAMA 2. Данный дальномер упакован в алюминиевую коробку, что защищает его при транспортировке. Давайте рассмотрим его более детально. Вот таким образом он открывается у нас. В коробке мы наблюдаем инструкцию, гарантийный талон и сам наш дальномер. На лицевой части мы с вами видим кнопку включения и измерения, дисплей и логотип Bosch. Корпус данного дальномера выполнен из пластика с обрезиненными боковыми гранями. Дальномер запитывается от двух мизинчиковых батарей. Оснащен лазером второго поколения. Диапазон измерения от 15 мм до 15 метров с точностью до 3 мм. Также имеется функция Hold для запоминания последнего полученного значения нажатием вот этой клавиши. Точка отсчета измерения у дальномера находится у его основания. Данный дальномер очень будет полезен в быту, вместо рулетки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!